Здравствуйте, с вами солнечная Юна и погода юга на телеканале Краснодар. 10 ноября – день сидения на окне. Ой, сколько удовольствия можно получить от этого занятия. Посидеть на подоконнике, посмотреть в окно, увидеть кусочек улицы с ее сложной и незамысловатой жизнью. Соседи и машины, прохожие и собаки, деревья и птицы, снег или дождь, солнце и ветер. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то ждет. Томятся под окнами железные кони, уткнувшись мордой в разъезженный газон. Деловито пробегает уличная собака, строя на ходу морду, привязанной овчарке. Бабушки судачат обо всем на свете, сидя на лавочке и зябко кутаясь в пуховые шали. Облака плывут, выстраивая в небе башни несуществующих замков. Стоит только присесть на окно и посмотреть во двор. Как раз и погода в Краснодаре продолжает нас радовать. Температура воздуха утром 5-7 градусов, пасмурно. Днем будет уже ясно и 10-12, вечером 5-7. В Армавире, в Курганинске, в Услабинске утром 2-4 градуса, пасмурно. Днем солнечно и ясно, 12-14, вечером 5-7. В Хадыженске и в Геленджике уже ясно и солнечно. Утром и вечером в этих городах 8-10 градусов, днем до 15. От души желаю приятного, успешного и хорошего вам дня. Пусть он будет плодотворным и насыщенным. Пусть удастся воплотить все планы и желания. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Всего доброго!